декабрьский вечер, друзья. Меня зовут Александра, с вами Пати Вижн, и мы находимся на Красном Октябре, где стартовала первая, самая крутая рождественская ярмарка Night Market. Пойдем со мной. Привет. Я вот хочу спросить, почему Night Market? Впервые в жизни нашел эту возможность объединения музыки, искусства, ну, всех жанров в один концепт, такой как Night Market. И, соответственно, это как бы рынок, ночной рынок, но он объединяет в себе также и Family Market, и просто как бы не Day Market, да, то место, где ты можешь что-то приобрести ценное, ну, как и духовно просто, да, бесплатно, так и какую-то там, какой-то аксессуар, какой-то предмет искусства в том числе. Семейный день, family day, когда родители и дети могут отдыхать вместе и наслаждаться песочным шоу. Это грам-принтер, это печать из Инстаграм. Вы загружаете фотографию, ставите хэштег мероприятия, да, и получаете вот фотографию, можно увидеть, как она рождается из принтера. Сейчас я позвоню друзьям, и они отправят на печать сюда кучу своих фоток. Скажите, а зачем вы сюда пришли? Ой, вы знаете, я услышала про Night Market от своего друга и пришла посмотреть, потому что сейчас здесь будет какое-то песочное шоу, совершенно невероятное, как мне сказали, и очень хочется посмотреть, что это будет. Цветное песочное шоу по мотивам сказки «Маленький принц» Экзюпери. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя, и потом спит полгода, пока не переварит пищу. Я был так поражен, что сразу нарисовал свою собственную картину. Мой рисунок номер один. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона, что здесь непонятно. Тогда я решил нарисовать удава изнутри, чтобы понятнее было взрослым. Вы продаете книжки, я правильно понимаю? Да, мы издательство «Компас Гид», детские книжки, и есть книжки для очень взрослых детей. Это для меня подойдет? Для вас тоже подойдет, да. Да, да. Ну, я уверен, что нам удастся удивить людей, и удастся пригласить интересных художников, артистов, дизайнеров. Я не сомневаюсь в этом. Ну и что, как вам вообще мероприятие? Расскажите мне. Мероприятие мне на самом деле очень понравилось. Я поняла, что я все-таки немного отстала от жизни, потому что тут очень много интересных книг, без букв, всяких штук, бесплатные фотографии можно печатать. Поэтому сегодня мой поход на Night Market увенчался просто огромным просвещением во всех областях.